Последствия общегородского потопа застали врасплох челнинцев и во многих дворах. В 44-м комплексе обильные осадки привели к обвалу дороги. Картина происходящего также была снята очевидцами на камеры мобильных телефонов и быстро распространилась в сети. Продолжение мокрой темы в следующем материале. По кадрам на видео, а также по рассказам очевидцев, становится понятно, что обвал образуется двумя ямами поочередно. Асфальт начал осыпаться примерно в 6 вечера, и в течение получаса земля уже обвалилась на 1,5 метра. Вчера, когда пошел сильный дождь, уже до этого была яма, а вчера уже полностью размыло. Часам к 7 полностью вымыло оттуда воду, землю. Вчера с дачи мы ехали вечером. Хотели сюда заехать. Смотрим, тут народ стоит. И посмотрели, обвалилась яма. Сейчас проезд для автомобилей, как и проход для пешеходов, здесь закрыт. После провала сюда завезли асфальтную крошку, но полностью засыпать ямы так и не смогли. Однако, как оказалось, здесь это не первый случай, когда земля в прямом смысле уходит из-под ног. Проблемы с тем, что проезжая часть стала оседать именно около дома 4401, начались еще в 90-е годы, говорят жители комплекса. Тогда размер ямы доходил до 8 метров. С тех пор каждый год дорожники латают проблемный проезд, но процесс оползня не прекращается. Да, огромные дыры были, вот латали, потому что на машине невозможно было проехать, прыгали машины. В этом году вот еще интересно, либо грунтовые воды там идут, либо еще что. Несмотря на то, что проблеме четверть века, ее точная причина неизвестна. По словам сотрудников местной управляющей компании, на участке проходит ливневая канализация, которая могла не выдержать напора обильных осадков. Возможно, установить основание обвала смогут дорожники, которые сегодня работали на месте. Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Челны-24.